Продолжаются съемки нового сериала «Шиповник на обочине» по заказу телеканала «Хабар». Сюжетная линия развивается вокруг юной Айсулу. Девушка из обеспеченной семьи собирается выйти замуж, но ее жизнь резко меняется. «Шиповник на обочине» – это история о том, как одна очень хрупкая девушка сталкивается с жестокими обстоятельствами судьбы. Они вынуждают ее приспособиться к новой жизни. Действия сериала развиваются вокруг Айсулу, наследницы огромного состояния. Накануне свадьбы она узнает, что ее жених Арсен – убийца ее родителей. У каждой роли есть своя изюминка, есть своя нагрузка. Здесь очень трудная роль. Этот человек идет на крайности. Он убивает людей. По сюжету Айсулу становится мамой брошенному новорожденному малышу. Вместе с ним она приезжает в родной аул, где начинает жизнь с чистого листа. Кстати, малыш – самый молодой актер на площадке. Ему всего 5 месяцев. С ним тоже работать очень сложно. Когда нужно, чтобы он плакал, он не плачет. Когда нужно, чтобы он спал, он не спит. Это все процесс, как бы мы это все ждем. Над сериалом работают больше месяца. За это время удалось отснять 80% материала. По словам режиссера картины Торебека Бейсебаева, все актеры выбраны со 100% точностью. Убедиться в этом можно будет уже этой осенью, когда сериал выйдет на телеканале «Хабар». Анастасия Валикжанина, Ерлан Абжанов. Итоги дня. Алматы.